Я играю в этой пиццерии, я захожу через вход, вижу два человека, пора стать кассиром. Вот приехал еще один человек, что тебе надо, пицца или спрайт, я могу сменить мод на сложный, но не хочу. Я перехожу в следующую дверь и стою поваром. Это пекарня, здесь можно на спрайте подорваться. Бах! Я нашел баг, я могу через конвейер перелезть через двери. О, круто! А-ха-ха-ха-ха, я перелез. Опа, можно купить подарки, покупаю. Я сейчас уволю менеджера. Я поехал разносить пиццы. Я поехал работать поставщиком. Я поеду домой, отдохну. И жми сейф, ну я... Сейф. Все, я поспал, пора работать на жестком моде, спидран, сейф. Давайте я вам покажу. Всем привет, все, я прошел на хранение, всем пока. Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ты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